Какой самый оригинальный, самый запоминающийся подарок на Новый год вы когда-либо получали? И что это было? Ну, пожалуй, наверное, неожиданная поездка по Крыму. Были вечера с музыкой, с гитарой, как бы в Форосском, как называется, Форосский парк, там вот отель есть, поэтому концерт был великолепный. Мне понравилось. Я помню свой первый косметический столик, и тогда, в 2006-2007 году, это, конечно, было просто, ну, ты приходишь в школу, а у тебя дома там косметический стол, ты всем рассказываешь, и, конечно, потом дома гости, покажи. Когда мне было 6 лет, я очень мечтала об одном кнопочном телефоне фиолетового цвета, и на Новый год родители уже спали, я проснулась, заглядываю под елку, а там как раз-таки этот телефон лежит. Наверное, самый запоминающийся подарок – это был конструктор железный. Помнишь, старый советский? И вот мне нашли, подарили. Это, наверное, лучший подарок в детстве был. На елке нашла пакетик, а там в этом мешочке были украшения. Ко мне приехала мама, и это было самое удивительное, потому что мы с ней 5 лет не виделись. Она живет в другом городе, и она, ну, неожиданно приехала. И это был вообще самый... замечательный подарок. Это был полет на параплане. Но, к сожалению, я так и не полетал по причине. Да. Ну, я думаю, еще успею. Обязательно. От мужа кольцо золотое. У меня 2 детей. Если дома тишина, беспокойство, это крутой подарок. Вы его получали уже или? Да, получали в том году. От моей девушки. Это был подарок светящаяся луна. Ночник. И от нее еще было незабываемое поздравление. Все-таки я считаю, самое важное — это не материальное, а все-таки внимание, конечно, и проявление чувств к близкому человеку.